Останусь ли я пользователем сети после того, что делается, да, ради спецслужб? Да, конечно, останусь. Сеть всегда использовалась спецслужбами. Ну, во-первых, не только конституционно, не только в Российской Федерации, в США делается то же самое. Там тоже плюют на конституцию, там тоже люди возмущаются. С 2001 года, как там сделали аналог НКВД, Министерство внутренней безопасности, там делается то же самое. Просто не оставляйте в сети лишнюю информацию. Ну, как дурак оставлять там, над кем жена, с кем спал, с кем дружил и прочее, прочее. Зачем светиться? В сети разговаривайте нейтрально, что называется, да, так сказать. Не оставляйте лишних следов. Вот и все. А спецслужбы будут уничтожать анонимность сейчас, будут искать информацию, потому что сейчас мир идет к такой страшной, так сказать, глобальной гражданской войне, и спецслужбы везде будут свою власть наращивать, и что будет она не, так сказать, именной доступ, кстати, будет в интернет, я это вполне жду, так сказать, понятно. Но это давно уже сам на именном доступе. Все знают, кто, что это я. Я, так сказать, за аватаром не скрываюсь, за псевдонимом не скрываюсь. О, что называется? Ну, псевдоним у меня литературный, но все знают, что это Максим Калашников, он же Кучеренко. Так что смотрите на это дело философски.